Добрый день, дорогие друзья. Еду я сегодня утром в метро и встречаю одну пожилую русскую немку. Зовут ее Тоня. И она мне рассказала о том, что у нее есть здесь в Ганновере дачный участок. И вот уже более 5 лет она воюет с одним соседом немцем, который крадет ее садовый инвентарь, вскрывает в ее доме замок, заходит туда, и ничего она делать не может. Она обращалась в полицию, и в полиции сказали, что этот человек, он болен. И она обращалась просто в садовое товарищество и просила там, чтобы приняли какие-то меры. И там ей рассказали, что прежние хозяева этой дачи, у кого она купила ее, они столкнулись с этими же проблемами, и из-за этого они ее продали, эту дачу, и съехали. И, ну, выкапывает этот человек ее цветы, картошку, собирает ее крыжовник, клубнику, и она ничего не может сделать. Какой совет, кроме того, что она молится в церкви, я мог бы ей еще дать? Чисто по, может быть, российски прийти к кому-нибудь и напугать его, поможет ли это, не знаю. Но действительно, очень обидно за эту пожилую женщину. И вроде бы в Германии человеку можно добиться, казалось бы, справедливости, но на самом деле это не всегда возможно. Вот такая история.